Привет всем умирающим от жары, меня зовут Рицу, сегодня мы продолжаем проходить различные игрушки, которые я нахожу в интернете по чистой случайности, потому что на эти игры по-другому никак не забрести. Вот перед нами, я даже не знаю, что это такое, какая-то коробка с недодошираком. В общем, игра называется Egg Fried Rice. Я так понимаю, это жареный рис с яйцом, вот в этой тарелочки, я не знаю, из-под доширака. У меня эта музыка потихоньку сводит с ума, поэтому я думаю, что не будем сильно мы здесь задерживаться в этом меню. В принципе, оно, конечно, прикольное, но, наверное, не стоит потерянных секунд, минут нашего времени с вами. В общем, это хоррор-игра такая будет, страшилка очередная. Что ж, посмотрим, как оно пойдет. А, как обычно, перед началом видео я напоминаю всем, что в описании под этим видео вы сможете найти ссылки на мои социальные сети. Обязательно подписывайтесь, не забывайте этого делать. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Вдруг оно вам понравилось. Что ж, ну в принципе, поехали. Хватит, мне сейчас музыка с ума сведет. Я, пожалуй, лучше посмотрю на лоадинг. Лучше я посмотрю на лоадинг, чем буду еще хоть секунду слушать эту музыку. Бесполезно. Я слишком голоден. Я ни за что не смогу заснуть. Лучше посмотреть, что там у меня есть пожевать. Что у нас там пожрать есть. Так, всем привет, я проснулся. Задача, поищите еды. Ага, там смотрите, там какая-то полосочка. Это нормально? Так и должно быть, что у нас около дома запрещенная территория. Как на месте преступления. What the fuck? Что такое произошло? Радио? Может, не будем включать радио? Еще какая-то сейчас будет страшилка там играть, я уверен. Вот. Чё? Чё говоришь? Так, всем привет, доброе утро. О, бля... Я не понимаю, о чем ты говоришь, бро. Если бы я только понимал. А можно поспать обратно? Можно поспать? Так, у меня... Я так понимаю, нужно из комнаты выйти. Но можно поспать? Я еще не поел. Не уверен, смогу ли я заснуть. Попробуй спать. Бессонная ночь. Ты пытался заснуть без еды, но лишь ворочался всю ночь и не мог улечься нормально. Так, на следующий день ты плохо работал на работе, и босс уволил тебя. Ты упал в депрессию, все друзья и семья от тебя отвернулись, потому что ты постоянно плачешь и воняешь и ноешь. И затем перестали с тобой общаться. Тебе нужно было поесть немножечко риса с яйцом. А, тут 4 концовки есть. Ого, 4 концовки. Ничего себе, даже не знал, кстати. I didn't know. You know? I didn't know. Оказывается, здесь несколько концовок. Это по моей части. Это по моей части, знаете ли. Пойдем искать еду. Хочу еду. Хочу жрать. Дайте мне еды. Кому позвонить? Так, полиции? Зачем? Зачем? Меня настораживает выбор звонка в полицию. Зачем он? Что за звук? Это стекло, да? Так, фридж. Холодильник пуст. Он пуст. Откуда я знаю, что он пуст? Бред. Бред уже закончился. Закончился его срок годности. Блин, еще вы что-то видите вообще? Я не знаю, у меня как будто мыльница какая-то перед глазами. Я не понимаю, что это такое. Так, это что такое? Это соль, сахар? Не знаю. Пум. Кто-нибудь будет болтать? Опять ты? Так, у меня нет молока для хлопьев. А что такое? Это типа...
Это что такое? Чашка какая-то нарисованная? А в ней еще чашки какие-то. Что за приспособление такое? Тихо, тихо. Так, меню на меню доставки какое-то. Так, китайская доставка. Китайская кухня, может быть, вкусная? Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так, что заказать? Звучит очень здорово, вся еда. Но уже слишком поздно. Мне лучше немножечко заказать. Так, лучше я закажу рис с яйцом. Кстати, это, кстати, базовая еда среднестатистического китайца. Они все едят рис с яйцом. Черт, они не доставляют уже. А, до города недалеко ехать. Так, мне лучше поеду и закажу лично. Окей. У нас есть автомобиль. А что в мусорке? Там мусор что-то... Бананчик какой-то. Бананчик. Протухший бананчик. Так, у меня ничего нет больше? Так. Консервная еда, консервные баночки. Но у меня нет открывашки, она сломалась. Так, бред, понятно. Чё гудит? Ты гудишь? Не гуди. Не гуди, 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 гуди. Так. Надо вырубать свет, когда уходишь из дома, правильно? Можно кого-нибудь... Давай позвоним кому-нибудь. Позвони, блин, не позвоним. Мама! Алло, мама, возьми трубку. Алло? Это я. Я не могу заснуть. Дорогой, какой сейчас час? Поздно. Я разбудил тебя? Да. Вали спать. Что-то произошло снова? Снова? Ай-яй-яй, что значит снова? Эти полоски около дома? А, или, возможно, это не наш дом огородили, а это... Наверное, что-то за домом у нас произошло. Нет, я просто голоден. Тогда возьми перекусить и возвращайся в кровать. Если ничего серьезного не произошло, я бросаю трубку. Я не хочу будить твоего отца. Да. Спокойной ночи. Так, а можно позвонить? Френд, алло. Приходи ко мне в гости, френд. Приходи ко мне в гости. Да, кто это? Это я. Довольно поздно для бесед, не так ли? Не думаешь? Я не могу заснуть. Так ты звонишь мне? Посреди ночи? Я уже мог, блин, давно дрыхнуть. Где ты? А, подожди, ты не где-то, а ты спал уже? Нет, конечно, нет. Я собирался уходить. Собирался навестить друга. Я не могу сейчас говорить. В это время ночи? Я надеюсь, ситуация как в прошлый раз не повторится. Что? Нет. Я тебе сказал, что я больше не занимаюсь той фигней. Я почти умер в ту ночь. А, наркоманы обкаканные. И затем ты буквально скрылся, пропал. Нет, я не скрылся. Просто пришло время двигаться, переезжать. Да, удобное время. Удобный тайминг. Так, хватит этого болтовни, мне это не надо сейчас. Ну, удачи-то тебе, я поехал. Бай-бай. Подожди! А, у тебя нет какого-нибудь совета, как заснуть для меня? Считай овец. Так, всем привет. Овцы на месте? Так, ну мне без еды не дают спать. Меня увольняют без еды. Так, а в полицию позвонить? Мне кажется, мне... Так, мне не нужно звонить на это, им без причины. Что это за... Почему здесь постоянно зеркала какие-то странные? Кто вообще придумал это? Так, ладно, я пошел. Ванная комната, всем привет. Сейчас какая-то страшилка будет в зеркале. Умыться не надо нам? Мыло там, не? Страшное отражение. Кто за навеской? Что здесь? Что это вообще? Так. Что это вообще за... Кто придумал вот эту картину?
Кто придумал, кто сказал? Так, тут нечего делать, не знаю, зачем сюда зашел, но мне просто было интересно. Немножечко интересно было. Так. Зачем мне везде включать свет, я не понимаю. Что не так? С этим светом. Так, всем привет. Радио. Опять радио. А? Чё говоришь? На каком языке здесь разговаривают люди, я не понимаю. Это поможет в темноте. Фонарик. Па. Зачем мне в темноте? Зачем мне идти в темноту? Хороший вопрос. Так, все, я пошел. А чё так темно? А чё, нормально? Какое сейчас время года? Бро, вот серьезно, вот... Ты решил поехать доставку заказать, да? Вот реально решил поехать заказать доставку. В это время года. Не время года, а время суток. Ты что такое? Окей, я понял. Это не место преступления, это прям мне запрещают дальше идти. Я испугался этой полоски дебильной. Уроды. Я понял. Можно было просто невидимую стену поставить. Это было бы гораздо привычнее, чем вот это, блин. Дурацкие полоски какие-то. Так, это что такое? Что такое? Так, я не хочу идти. Иди давай. Иди давай. Я не хочу идти. Поплачь, сынок. Блин, я ни хрена не вижу буквально. Ни хрена не вижу, что сейчас на улице светло. И у меня отсвечивает. Ладно, я поехал. Так, никого в тачке моей... Я ничего не вижу. Так, окей. Погнали. Куда ехать? Налево, направо? Я не припаркован. Да нафиг. Погнали. С дороги сосунки. Папка едет. Дрифт. Не получает. Не дают дрифтить мне. А что из цветов? Какая разница? Погнали. Че, долго еще ехать? Че так долго ехать? Стой, ну-ка. Тормози. Вафлтон. Всем привет, папа приехал в город. Паркуюсь. Как выйти из тачки, все? Всем привет, этому городу нужен новый шериф. Так, здорово. Так, телефон. Телефонная будка, зачем? Кому звонить-то? Мне нужны деньги, чтобы кому-то позвонить. Так зачем звонить-то? Я не понимаю. Что за блестяшка такая? Что за блестяшка? А, это освещение, это фонарик просто. Это просто фонарик. Так, ну ладно, я хочу просто смотреть, что-то еще есть. Это какие-то... Это... Какое-то странное заведение у вас. Привет, мужик. Че кушаешь? Это, по-моему, это японский, это не китайский. Это японский городовой, а не китайский. Тут кто-нибудь есть? Кто-нибудь есть? Ладно, лучше лишний раз, конечно, нос в чуж... Что там за мужичок стоит? Видите? Вы это видите? Про, что там делаешь? Псы? Это бомж стоит. Блин, кто из них страшнее? Это еще бомж? Да, по-моему, бомж. Кто из них страшнее? Вот есть три персонажа. Есть мужик, который сидит, кушает. На четыре персонажа. Есть женщина, мужик, который кушает. Какой-то бомж, и вот чел стоит.
капли. Мне кажется, опасно подходить к ним. Привет, бро, что делаешь? А ты что такой яркий? Я тебя раньше здесь не видел. Новенький? С ума сойти, чувак! Ты выбрал плохое время. На прошлой неделе какая-то женщина здесь померла. Что произошло? Я не знаю деталей. Я лишь подслушал кое-что, на, понимаешь? Ее тело скинули это за городом. Довольно жуткие вещи. Жизнь продолжается, знаешь, чувак. Ну, по крайней мере, для всех нас. Остальных. Так. Так, безумные времена, да? Реально, crazy, man, crazy. А ты что делаешь? Crazy. Так это что? Что мужик где? А мужик готовит? Мужик готовит? Оп, повернул головешку. Тут закрыто, меня явно не... Ну, что там кто-то гавкает, а? Кто гавкает? Я тоже хочу в мусорке порыться. Чувак! Почему нельзя? Почему нельзя? Хотел поговорить просто с джентльменом. Не пускают, зараза. Тут что? Что за переулок? Переулок. Так, ну ладно, стой тогда, я пошел жрать. Хай, коничева, коничева. Всем привет. Что за звуки? Так, новости. Второе тело было найдено где-то здесь, в Вафельтоне. Так, полиция достала еще одно тело из воды, меньше чем в миле от города. Так, человек, выгуливающий собаку, который пожелал остаться анонимусом. Короче, сообщил о находке. Полиция с трудом достала тело из воды спустя час. Так, тело еще не опознали, и причину смерти также не сообщили официально. Так, но источник один доклад говорит, что на теле были найдены многочисленные ножевые ранения. Угу. И кровь вытекала из рук и ног. Какие-то у вас здесь, знаете, не очень новости. Как после такого кушать-то можно? Как после такого кушать можно? Так, тут что? То же самое. Женщина, здравствуйте. Что у вас покушать? Покажите мне меню. Меню покажите мне. Бро, куда смотришь? Что смотришь? Old man. Old man, куда смотришь? Больше никого нет? Мы тут одни? У нас с тобой свидание, old man. Так, ну ладно, пойдем. Зачем сюда пришли? Hi. Hello. Чем могу помочь? Так, один рис с яйцом. Конечно. Два фунта и 80, короче, 2,80. Это не евро-доллары, конечно, но... А, черт, я забыл свои бабки. Так, я сейчас быстренько съезжу обратно и возьму деньги. А, окей? Да, все в порядке. Так, ваша еда приготовится через пару минут. Так что к тому времени, когда вы вернетесь, она будет готова уже. Но долго не задерживайтесь. Мы скоро закрываемся. No problem, я скоро вернусь. Ой, блин. Ты чё, чел? Ты чё смотришь на меня, а? Бро, давай мы... Чё ты... Что? Оп. Тяжело тебе, да, наверное? Блин, козёл, а? М? Бро, как дела? Ну, привет. Мы раньше не встречались.
Конечно, бро. Я так и думал, что выглядишь знакомо. Но, правде говоря, мне тяжело вспомнить тебя. Ты когда-то был в моих лесах? Я живу далеко, в диких краях, понимаешь, в лесу. Нет, нет. Я думаю, что мы бы гораздо лучше вспомнили такую встречу, чем вот это вот. Ну, будь осторожен там, в любом случае. Осторожен, почему? Ты что, не читаешь газету? Ночью одному находиться опасно, а ты еще, дружище. А ты че один? Я никогда не привыкну к жестокости в городах и... В городах, как этот. Так, нигде не так безопасно, как в моем отдаленном поместье. Но я так предполагаю, что все-таки есть слухи о пропавших людях в тех же самых краях, так что... Ой, опять снова начал болтать. Мне очень мало возможностей выдается поговорить с людьми в эти дни. Так, окей. Я тоже не люблю особо много болтать, знаешь ли, дедок. Так, все. Кофе вкусный, у них говорят. Кофе вкусный. А ты что делаешь? Ты будешь с ним говорить? Не, какой-то недружелюбный парень. Что-то он улыбается? Я не знаю, какое-то выражение лица вообще. Как его можно описать? Я пошел. Так, я пошел. А чего он туда зашел? Бомж, ты тут? Спаси меня. Бомж, спаси меня. Меня преследуют. Бомж, спаси меня. Как дела, чувак? Чувак! Чувак! Так, а чё, дед просто, типа, до сих пор нарезает колбаски? Ну ладно. Ну ладно. Я пойду. Всем сайонара. Всем пока, блин. Опасно, конечно, реально опасные времена нас. Так. Все, я поехал. Скоро вернусь. Надеюсь, я смогу вернуться. Не нравится мне этот мужик, не нравится. Ой, как не нравится. Надо еще не пропустить свой дом будет. Да хрен его знает, где еще мой дом. Блин, страшно, конечно, страшно. Я вообще сам по себе человек пугливый, поэтому я в такие игры не играю, но, знаете, контент нужно делать. Поэтому, раз такая возможность у камеры появилась, мне нужно брать от этого все. Пускай у меня посидеют волосы в мои 20 лет, блин. Но оно того стоит, наверное, правильно? Оно того стоит. Но мужик явно не мог раньше меня приехать, да? Так, все, гаси. Мужик явно не мог раньше меня в мой же дом приехать, правильно? Этого не может быть просто. Так, найди мании. Так, вырубим везде свет. Так, где могут быть мании? Где могут быть мании? А вот они. Так, монетки внутри есть. Так, этого хватит на яйцо. Мне нужно вернуться и заплатить. Ну, поехали. Так, всем привет. Я... Так, все? Блин, как будто бы, знаете, ничего не может произойти. По логике, да? Но, блин, я не знаю. Мне всегда вот это...
вот эти игры казались жуткими, они просто... По большей степени ничего не происходит, да? Но вот атмосфера, я не знаю, вот это, мне кажется, игры специально для меня были сделаны. Потому что я очень... Как бы, понимаете, я вот всегда говорил... Всегда говорил на своих видео, там, на стримах, что вот самое страшное в этих играх, ну, лично для меня это не скримеры, а... О, блин. Не скримеры, а чувство неизвестного, знаете. То есть, когда ты увидишь скример, ты не раз испугаешься, но ты уже знаешь, чего ожидать от игры. Самое страшное, когда не знаешь, с чем ты столкнешься. Понимаете? Это вот в этих в хоррорах самое страшное. Пока тебя... не приучат, так сказать, к тому, что происходит в игре, ты будешь бояться этого. Но когда ты уже поймешь, что к чему, да? Привет, бомж. Это поймешь, что к чему, игра уже перестает быть страшной такой. Поэтому вот такие небольшие игры, они вот максимально непредсказуемые. Ты не знаешь, когда и что произойдет. А, можно было позвонить, точно, можно было... А, я могу потратить деньги на звонок. Я могу потратить деньги на звонок, нифига воз... Нифига себе развилки, да? Нифига себе. Мне не хватит, наверное, потом на этот. Мне, наверное, не хватит потом на еду свою. Так, чувак. Чувак! У меня есть просьба, понимаешь? Мне нужно немножко пения для автобуса. Друзья помогают друг другу. Верно, друг? На, держи. Спасибо, ты настоящий герой. А те, если будут слагать песни, чувак. А, вот тебе, короче, одна идейка. Не идейка, а совет. Один чувак какой-то стрёмный побежал за твоей машиной, когда ты поехал отсюда. От него странные вайбы, понимаешь? Следи внимательнее. За окружением своим. Да блин, он у меня уже дома сидит. Вы что, закрылись? А что у вас такое? Вы что, закрылись? Привет. Что-то не так? А, нет, я вернулся с деньгами. Что ты имеешь в виду? Плата за мой рис, помните? Ваш друг не сказал вам? Он заплатил за ваш рис. Мой друг? Да, человек, который пришел с вами ранее. Он заплатил и сказал, что он... возьмет рис прямо... Привезет рис прямо к вам. Он не мой друг? Вы позволили ему забрать мою еду? Ну, да. Он сказал мне, о боже, мне жаль. Мы вот-вот уже закрывались, так что я просила... Так что я... Мы вот-вот закроемся, так что я прошу шефа сделать еще один рис. Спасибо, это было бы здорово. Ждите прямо здесь. Я в это не могу поверить. Зачем тот чувак забрал мою еду? Какой неудачник. Вот, извините за эту ситуацию. Все в порядке. Ничего плохого не произошло. Вот ваши бабки. Спасибо. Не забудьте забрать свой рис, пока перед тем, как вы уйдете. Хорошей ночью. Окей, выглядит вкусно. Так, и чё? Хорошей, доброй ночи. Так, всем привет. Блять. Закрылись уже? Козлы, гады. А чё дед делает? По-моему, дедушка не в курсе, что вы закрылись. По-моему, закрылась только женщина. По-моему, закрылась только женщина. Так и чё мне делать? Не домой типа ехать? Бро, ты поедешь со мной? Бро, поехали со мной? Чувак, я даже не знаю, если автобус вообще ездит в такое время или нет. Мне нужно в полицию позвонить срочно.
Полисион. Так, а мне нужны деньги. У меня нет денег. Бляха-муха, у меня нет денег. Бро, садись и подвезу. Бля, у меня что случилось? А, у меня игра... А, блин, у меня игра аж подвисла. Бро, садись. Садись, чувак. А радио есть? Мне не нравится радио в моей машине. Так, ладно, поехали домой. Я чувствую, инфаркт словлю. Сейчас я приготовился к инфаркту. Зря я сюда полез. Он ждет, у меня уже дома ждет. Я знаю, что у меня ждет нафиг, блин. Ой, блядь. Козел, кинул мою еду. Козел, а? Так, это рис мой с яйцом? Не могу поверить в это. Какое безобразие. И кто-то меня кинул? Мне страшно. Я не хочу тусить здесь ночью. Так, лучше поехать медленно и до дома. Разберусь с этим утром. Сейчас мне нет времени с ним разбираться. Я просто хочу съесть мой рис с яйцом. Так, погнали. Урод! Урод, понял ты? Я все понял, лучше бы ты меня дома ждал, чем ты, блин, мою тачку разбил, козел. Козлина. Зачем так делать? А вот теперь хороший вопрос. А теперь хороший вопрос хочу задать. Выключал ли я свет? Выключал ли я везде свет? Не помню, где я выключал, где не выключал. Как меня сейчас просто захерачит, чел. Как он меня сейчас просто уничтожит. Так, все, спать. Я еще не поел. Так, окей. А как мне поесть? На кухню? Так, вот мой... Это сейчас я положу. Кто звонит? Ответь на телефон. Кто звонит? Hello? Так, это китайская доставка звонит. Чё надо? Так, у нас есть бесплатная бутылка пива для вас. И также печенье с предсказанием бесплатное. Пожалуйста, придите и заберите их. Бесплатно? Это из-за той ошибки? Да, верно. Пожалуйста, придите и заберите ее. Их. Алло? Они сбросили, странно. Так, я могу съездить и забрать бесплатное пиво и печеньку. Если я потороплюсь, моя еда не остынет. Но стоит мне? Конечно забрать. Let's go. Так, это слишком хорошая возможность, чтобы ее упустить. Конечно, вор. Полетели. Правильно. Правильно, это хорошая идея. Так, подожди. Идти пешком? Серьезно? Бро, это худшая идея, наверное, в жизни. Топ-10 худших ошибок в истории человечества. Просто, ну как это возможно? Как мне пойти? Подожди. Стой, куда мне идти-то надо? Подожди, а куда идти-то надо? В какую сторону идти-то надо? Почему меня не пускает?
Подожди, иди к доставке. Подожди, куда? Меня он не пускает? Меня не пускает. А в чем проблема? А куда идти-то мне надо? Не понял. Так, полиция. Что-то странное происходит. Полиция, можете, пожалуйста, помочь мне? Так, в чем проблема? Кто-то кинул рис с яйцом в мою машину. А, извините? Рис с яйцом. В мою машину. Это что, какой-то пранк? Что? Нет. Оно разбило мое стекло. Лобовое. Я мог бы умереть. Вы все еще на месте инцидента? Нет, я доехал до дома, чтобы съесть мой рис с яйцом. Так, в случае ложного вызова 100 фунтов с вас. Пожалуйста, не тратьте наше время. Козлы, уроды, гады. Алло? Вот так вот. Козлы, уроды, гады. А как мне дойти-то? Я не понимаю, меня не пускает. Он мне говорит, что типа тачка сломана. Полиция, алло. Так, мне не стоит им звонить. Так, и что делать? Может, что-то надо взять? Как сложно, а? Так, ну ладно, пойдем. Возможно, надо найти какой-нибудь срез, потому что... Ну это, конечно, это вообще сумасшедшая идея просто, неадекватная. Так. Во, пойдем сюда. А, вот срез, вот он. Ну, кстати... Бля, ну это пипец, я не знаю, я сейчас просто умру. Зачем так было делать? Зачем нам сюда надо было идти? Это явно... Блин, проще было по дороге идти. Какого черта? Бро, привет. Че делаешь? Бро, иди гуляй. Так, это... Блять, косёла. Он просто мимо прошел, блин, бегом, бегом. Фак, бежим. Брат, бежим. Бомж, ты тут? А куда я? Так. Всем привет. Опа, пивко бесплатное. И чё? Записка. Так, мы заняты уборкой. Забирайте свою питьё и уходите. А куки? А куки не будет? Чё, не уходить? Так, иди домой. Блять, что, шутите, что ли, а? Стоять мне туда-сюда ходить. Ни черта не вижу. Где вообще проход? Я могу по дороге пойти? Или мне надо опять срез идти? Надо мне, видимо, опять сюда. Там мужик шел, бро. То есть никого чувства самосохранения у тебя нет, да, вообще? Абсолютно никакого. Надеюсь, пивко того стоило. Я очень надеюсь, что оно того стоило.
Просто какой-то... А чё дверь открыта у меня? Так и должно быть? Что у меня дверь открыта? Как сюда это попало? Открыть. Печенька. Что написано? Все совершают ошибки. Написано. Насладись своей едой. Бля, урод. Так, все, странный чел зарезал, точнее, пырнул тебя несколько раз. Так, все еще живой. Вы наблюдали, как он улыбается и забирает жизнь из вашего тела. Так, он остался с вами до тех пор, пока вы не умерли. Вы были убиты не для чего иного, как просто для безумного больного развлечения. Его так и не поймали. Бла-бла-бла-бла-бла. Так, полиция потом нашла ваше тело в крови. Да, ваше тело нашли в холодильнике, покрытом рисом с яйцом. Ну, все понятно, все понятно. Так, ну ладно, я думаю, что и так времени слишком много заняло все это. Так что я не... Конечно, заманчиваю предложение пройти на все концовки, но нет, я не хочу. Я просто лучше зачилюсь, все, с меня хватит, меня зарезали, на этом все. Что ж, на этом действительно все. Всем спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Если вы этого еще не сделали, также не забывайте ставить лайк под этим видео, если вам понравится. Подписывайтесь также на мои социальные сети, которые вы можете найти в описании под этим видео. Всем до скорых встреч и пока.